В Орленке в рамках проекта «В мире танца» прошел вечер балета, посвященный творчеству великих людей – Екатерине Максимовой и Владимиру Васильеву. На сцене выступили ученики школы классического танца «Щелкунчик» из Екатеринбурга. Наш корреспондент Лиана Коблева побывала на месте события. Ученики школы классического танца «Щелкунчик» знакомят орлят с легендами русского балета. Екатерину Максимову и Владимира Васильева назвали великим дуэтом и в жизни, и на сцене. Они станцевали лучшие роли мирового репертуара. В Большом театре с ними занималась сама Галина Уланова. Дети должны знать о наших великих танцорах, о их жизни, о творческом пути. И я думаю, сегодня дети еще раз познакомятся с этим прекрасным творчеством этих людей, как Катя Максима и Владимир Викторович Васильев. Танцевальное выступление юных артистов – не просто танец, а история из жизни звездного дуэта. Языком танца рассказывают о балетной паре, о том, как познакомились, любили и, конечно, покоряли мировые сцены. Екатерина Максимова и Владимир Васильев показали сегодняшним любителям балета новое видение. Это великий дуэт из Большого театра, которому, не знаю, все мы смотрим на них, как на каких-то, не знаю, богов этого вида танца. Орлята в зале прислушиваются каждому слову и движению, ведь для многих ребят это знакомство с балетом и с великими танцорами, которые стали символом времени. А для самих юных артистов балета «Щелкунчик» – это мечта быть похожими на легендарную пару. Для меня это великий дуэт, и я сама хочу стать, как Екатерина, потому что она просто великая балерина. Мне очень нравится, как она танцует, особенно с Владимиром Васильевым. Для них настолько это сегодня волнующе, потому что впервые они посвящают свое выступление и свое творчество этим людям. Творческий вечер завершается неожиданным сюрпризом. Владимир Есев, руководитель проекта «В мире танца», вручает юным артистам авторскую книгу Владимира Васильева и обещает, что в скором будущем великий танцор посетит Орленок. Перед самой поездкой в Орленок попросил вручить свой альбом, новый, последний, театру «Балет Щелкунчик». Лиана Коблева, Алексей Кузьмин, Сергей Окунев, телеканал «Орленок ТВ».